Коллеги, добрый день. Мое имя Владимир Илюшин. Я являюсь менеджером направления Syngenta Biologicals в роли менеджер по развитию рынков биологических продуктов питания растений компании Syngenta. В данном видео мы попробуем вам продемонстрировать эффект обработок листовыми подкормками кальцием. Это такой мезоэлемент, который увеличивает способность клубней усваивать кальций в большем объеме из почвы. В данной схеме у нас представлено два варианта. Это один справа от меня контрольный вариант, где отсутствовали обработки кальция по листу. А второй вариант слева от меня – это вариант, где мы дважды использовали наш продукт Кальбит S в норме расхода 2 литра на гектар с целью стимулирования активных дыхательных процессов и минимизировать отток кальция, соответственно, из почвы и дать возможность клубням картофеля, которые способны, на примере вот данного картофеля покажу молодого, усваивать кальций через столонную часть и локализовывать его непосредственно в клубне. Итак, на данном этапе наш картофель вырос до этих объемов. И для чистоты эксперимента важно понять, что два сосуда должны быть наполнены жидкостью абсолютно одинаковым уровнем. В данном случае и в правый, и в левый сосуд мы набрали 1200 мл жидкости для того, чтобы оценить, какой объем жидкости будет вымещен при помещении в него обоих вариантов с обработками картофеля. Помещая весь картофель непосредственно в стакан верный, мы можем оценить, что он практически поднялся до 2 литров. Соответственно, объемная часть клубней картофеля составляет 800 мл жидкости. То есть объем, вымещенный картофелем, равен объему картофеля, помещенный в эту жидкость. Теперь нам необходимо взвесить данные стаканы для того, чтобы понять, есть ли у нас разница в обработках или нет. Итак, вариант справа нам дает 2098 граммов веса. Вариант слева от меня дает нам массу 2150 граммов, 154 даже грамма на текущий момент веса. То есть в данном случае мы очень простым способом доказали, что обработки кальция по листу позволяют нам увеличить накопление сухих веществ в нашем картофеле, и, соответственно, это будет хорошим качеством для хранения, переработки и реализации, потому что вы будете реализовывать одинаковый объем, но заведомо большей массы. Спасибо за внимание. До новых встреч в полях.